уронили на пол мишку, разорвали сказок книжку, да еще они залезли за конфетами в буфет. И шампунь пролили на пол, да закрыли все халатом. А может, мама не заметит, что опять чего-то нет? Нет, 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 так делать не надо. Пусть игрушки всегда будут рядом, и все вещи нам очень нужны. Мы беречь их с любовью должны. Зайку бросила хозяйка, снова мокнет бедный зайка, и разбросанные вещи по квартире тут и там. Самолетик не взлетает, и лошадка вновь хромает. А может, папа не узнает, что запрятали в диван? Нет, 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 так делать не надо. Пусть игрушки всегда будут рядом, и все вещи нам очень нужны. Мы беречь их с любовью должны. А кто-то очень громко плачет, укатился в речку мячик, а еще порвалось платье, да испачканы штаны. А кто-то в луже по колено, в поисках лягу царевны. Папа с мамой непременно снова поучать должны. Нет, так делать не надо. Пусть игрушки всегда будут рядом, и все вещи нам очень нужны. Мы беречь их с любовью должны. Нет, 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 так делать не надо. Пусть игрушки всегда будут рядом, и все вещи нам очень нужны. Мы беречь их с любовью должны. Мы беречь их с любовью должны. Мы беречь их с любовью должны. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Марина Рогоза. Спасибо, Господи. С такого вот настроения мы, с веселого начали передачу. На самом деле, мне кажется, не хватает у нас на телевидении какого-то вот позитивного такого настроя. Очень много мы поем, и даже вот в православии мы поем очень много лирических песен. Чаще всего их встретишь. А вот что-то такого веселенького как-то вот не хватает. В особенности воспитание детей. Ну, если мы будем говорить сегодня о воспитании детей, то вот эта вот нудность, строгость, это к хорошему не приведет. Нужно иногда с иронией подходить, с шутками, с прибаутками. Только так, наверное, ребенок, ну, можно, во всяком случае, найти путь к сердцу ребенка. Ну, это еще самосохранение родителя. Да, потому что конечно. В вашем случае 7 человек, и если на каждого гнева не хватит. Не хватит. Тут само собой напрашивается, что юмор должен быть. У меня иногда даже вот кто-то придет в гости, да, посторонний человек, и он слушает вот это, вот кто-то там что-то, он говорит: Господи, как у тебя хватает терпения, как ты вообще молчишь? А я уже как-то и привыкла, и не обращаю внимания. Ну, а я говорю: так а что, это ничего страшного. Если уже там, я почувствую, что что-то страшное, если случится. А это еще, линия, это еще да, нет, не заходит. Это еще все нормально, не переживайте. Да, и поэтому иногда вот даже в уборке игрушек, да, допустим, вот нудно, убери игрушки, убери игрушки, убери игрушки. Он не будет убирать игрушки, он не слышит. У него все закрыто на ребенка. Либо подвести к себе, посмотреть в глаза и сказать: давай, мы сейчас с тобой сделаем вот то-то, то-то. Он тогда: а, что такое? Что-то мама заинтриговала чем-то, да? Либо какая-то вот, может быть, игра. Если это маленький ребенок, давай, пойдем в лес за грибами, мы сейчас все грибочки соберем, уложим по корзинкам там или по местам, или, допустим, машины, самолеты,
В гараж, в ангар, полетели там туда-сюда. Они вот так они, кстати, лучше убирают игрушки. Вот я на своем опыте это знаю. Или, допустим, у меня мальчишки любят играть в армию. Они говорят: «Есть, сэр!» Я говорю: «Так, то-то, 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 то-то». Они: «Есть, сэр!» И пошел, значит, маршируя, что-то делает. Вот все равно игра присутствует. Мне кажется, надо расслабляться. Нельзя нудно постоянно ребенка тоже пилить. Это тяжело. И ребенку, и родителям. Очень тяжело. Хорошо бы об этом не забывать. Ну, конечно, иногда переклинивает. И ты уже вроде бы себя не контролируешь. Думаешь, что ты орешь-то? Иногда вот, кстати говоря, такие вот моменты, вот мне очень часто Господь меня показывает со стороны, да, я вижу, вот, допустим, на улице прохожу и вижу мамочка, которая орёт на своего ребенка, и я стою чуть ли не плачу, мне хочется уже подойти и самой все сделать, и думаешь, да Господь тебе показывает, какая ты, вот ты-то чего орёшь, когда вот тебе что-то, да? То же самое. И я так, да, уже придешь домой, детки, давайте по-хорошему, давайте спокойно что-то делать. Господь всегда показывает, какие мы со стороны, всегда, на каком-то другом примере. Или создает какую-то ситуацию, в которой мы должны проявить терпение, допустим. Терпение, я, знаете, как придумал, в терниях пение. Терних пение. Замечательно. Ну, то есть везде колючки, а ты поешь. Да. Терпение. А спойте еще что-нибудь. Хорошо. В терних. Хорошо. Наших. Вот следующая песня, она тоже родилась в нашей семье очень неожиданно. Мы собирались куда-то в дорогу поехать. Угу. И я говорю: сыночек, побыстрее, пожалуйста, собирайся. Он заупрямился, сказал: я не поеду. Я не хочу, мне там не понравится, у меня там будет то-то. Я, в общем, уговаривала, в результате у меня лопнуло терпение, я пошла, написала песню. Получилось вот так. Она тоже шуточная, такая позитивная песенка, но о том, как рождаются капризки. Пам-пам-пра-бам, пам-пам-пра-бам, па-па-па-па-па-ра-па-па-пам, пам-пам-пра-бам. Пам-пам-пам, па-па-па-па-па-па-па-пам. Однажды капризка у нас поселилась, а радость куда-то ушла. Лишь только собою капризка гордилась, других не терпела она. Приказы ее, если не исполнялись, просить не умела она. То руки и ноги вдруг странно брыкались, рев громкий стоял допоздна. Ах, капризка, ты измучила всех близких, глянь, посмотри на себя. И унынием, раздражением и бессилием наша страдает семья. Капризке порой угодить очень сложно, и все и не так, да не то. Мы с ней обращаться должны осторожно, не ранив ее прямотой. Словарный запас не жалей для капризки с улыбкой своей до ушей. И марионетки, и даже артистки, все те, кто находятся с ней. Ах, капризка, ты измучила всех близких, глянь, посмотри на себя. И унынием, раздражением и бессилием наша страдает семья. Просить, умолять, наконец, все устанут, терпению будет конец. Но радость вернется, покой в доме станет, придет лишь с работы отец. Ремень у него на штанах сразу видно, он сделан из кожи зверей. И вдруг, где капризка, исчезла бесследно, и всем стало нам веселей. Ах, капризка, ты измучила всех близких, глянь, посмотри на себя. И унынием, раздражением и бессилием наша страдает семья. Наша страдает семья, наша страдает.
наша страдает семья, ох, наша страдает семья. Спасибо, Господи. Дети, конечно же, выучили все ваши песни. Дети выучили. Дети многие песни знают. Многие знают, подпевают. И уже, послушав такую песню, уже задумаешься. Конечно. Стоит ли капризничать? Действует, да? Ну, во всяком случае, они знают, про кого эта песня. Он уже: мама, ну не пой, пожалуйста. Я уже изменился, я уже не такой. Они знают, они помнят, про кого это была песня. Значит, все это действует. И это один из способов воспитания. Творческий подход, творческий, да? Да, наверное, тоже иногда приходится применять творчество. Очень нравится маленьким. Они прям вот заводятся, танцуют, хлопают. Им очень нравится, когда просят: мамочка, спой еще, пожалуйста. Нравится маленьким. То есть вы с утра берете гитару, дети какое? Поют. Какое? С утра не получается. Пока всех накормишь, напоишь и так далее. Отправишь в школу. Это только когда тихий час. Вот, наверное, когда тихий час, уже спокойно можно сесть на кухне, пока самые маленькие спят, а ты сидишь с маленькими, но постарше поешь. Или в игровую. Вот сядешь к ним в игровую и вот им напеваешь. Им тоже очень нравится. Вот. Ну, вы сами себе такую жизнь, да, сделали? Вы сами вот к этому подошли? На самом деле? С мужем вместе, да, вот такой вот как оптимальный вариант существования и как бы воспитания. Вот смотрите, батюшка, мне кажется, мы свою жизнь не планировали вообще ни на минуту. Мы ни разу не задумывались: так, у меня учеба, я сейчас не могу, да, родить ребенка. Ой, у меня там работа, сейчас он нам не нужен. Мы шли, выполняя закон Божий. Вот мы, можно сказать, жили и живем до сих пор вот просто вслепую. Мы доверились полностью Богу. Надо довериться Богу. И тогда Господь сам все сам. Он даст все самое необходимое, все лучшее, вот все устроит так, как нужно. У меня никогда, ну, у нас с Геннадием никогда дети, например, в чем-то не нуждались, в одежде. Не было такого, что дети не доедали. Нет. Господь дает. Господь, да? Все дает. Все дает. И необходимо. Мы с нуля поднялись нормально. Ну, тема-то и ценна, что с нуля. А многие не ценят. Поэтому... Валяются на своих диванах дорогих с телевизором в обнимку. Да, это очень тяжело. Это телевизор ужасно. Это очень ужасно. А вот эти гаджеты и всякие планшеты и андроиды в вашей семье присутствуют? Я даже не знаю, что такое. Нет, нет, у нас нет гаджетов и планшетов. У нас есть компьютер, на котором я могу включить то, что я считаю нужным. И у нас есть, висит телевизор, да. Но у нас спутниковое телевидение, где 2-3 канала. «Союз», «Радость моя» и «Про животных». Какой-то про животных. Вот чтобы они чем-то, ну, познавали как-то мир. Но у нас нет такого, что ребенок пришел и сел. Нет, я им не позволяю сидеть у телевизора просто вот, ну, 2 раза в неделю. Нет прикованных детей, да? То есть у них, они у нас очень заняты. Они приходят со школы, идут в музыкальную школу, художественную школу, мальчики на секцию карате. Мы с Геной тоже ходим в спортзал. Мы все очень загруженные. У нас вот, не знаю, хорошо это или плохо, но мне вот это хорошо, когда нету свободных минут на какую-то отвлеченную бяку, скажем так. То есть праздности нет, да? Так, нету. Почти. Я даже... Как же вы отдыхаете-то? Во сне, что ли? Отдыхаем. Вот иногда нужна какая-то разрядка. Честно говоря, вот я, например, такой человек, которому нужен, если я сижу дома, и у меня этот день сурка повторяется изо дня в день одно и то же, я могу взорваться. Но, видно, я творческий, может быть, такой человек. Мне нельзя. Когда так, вы уходите в комнату, и у вас рождается мне песня. Мне противопоказано. У меня либо рождается песня, либо я могу, не знаю, сесть в машину, поехать по магазинам, допустим. Ну, какая-то вот... Должна какая-то быть отдушина у женщины. Женщина должна быть вообще всегда спокойна. У нее должно быть какая-то отдушина, чтобы сохранять этот мир и покой в семье. Кто-то
любит вышивать, кто-то вязать, кто-то доставляет радость ходить по магазинам. Я не знаю, кто-то любит с детьми заниматься спортом. Я люблю, например, на лыжах. Я вообще не могу сидеть постоянно дома. Вот мы на лыжах, не знаю, там в спортзал, на стадион мяч гонять, на коньках идем, на роликах. Что-то должны делать, чтобы не засиживать. Нет, у телевизора это не наше. Это не наше, нет. Ой, я тоже вот своему сыну посвятил одну песню. Скоро у него будет День Ангела. И вот тоже, как, мне кажется, для меня тоже некогда, мне некогда заниматься. Ну, дети уже взрослые, конечно, угу. Так много времени. Потому что у меня полностью посвящено богослужению, храму. Да. Созиданию, там строится храм, бассейн в роще у меня. Вот я какие-то долги отдаю, напишу песню. Матушке написал песню, дочке написал песню, сыну. И вот, вот только недавно вот родилась песня. Я хотел тоже с вами поделиться. Замечательно, с удовольствием. Эта радость моя стала тихою песней для тебя. Вот и все, что я смог, потому что я грешник, а не Бог. Лишь помню крик да свет в оконце, и в этот мир взлетело солнце. Эта радость моя продолжается жизнью для тебя. Так нам свыше дано, надо выбрать и верить лишь в одно. Лишь помню дом, святое место, там за окном осталось детство. Это сердце мое так сегодня от радости поет. Знай, что ты не один, я отец твой, а ты мой добрый сын. Эта радость моя стала тихою песней для тебя. Эта радость моя, это радость моя. Тронула ваша песня. Замечательная. Спасибо, Господи. Можно сказать, первый раз ее исполняю. Недавно. Очень хорошая песня. Ну, и, конечно, радуемся мы детям. И, многие унывают от того, что у них дети, и с ними никак не справиться. Никуда не пойти, такие, да? Да, какое-то уныние, зачем... Это все. И в кого ты такой родился, да? Это страшно. Родители спрашивают у ребенка, в кого ты такой родился. Это страшное слово для ребенка. В кого ты такой родился. Ужас. Вот. А я вот смотрю на вас, и у меня такое ощущение, что вот какой-то вот, ну, вот какая-то у меня такая прогрессия выросла, что женщина обновляется с каждым ребенком, для нее как новое дыхание, как новое открытие. То есть, может быть, это какой-то внутренний настрой? Вот почему? Ну, батюшка, ну ведь сказано где-то тоже, что женщина с каждым ребенком, она становится, может, моложе, может быть, как-то более, не знаю, вырастает. Нет, это же ребенок забирает силы. Женщина должна с каждым ребенком все меньше и меньше должна. Она же все, ребенок отбирает. Вот как я вижу женщин, которые, вот как это у вас получается? Все молодеете и хорошеете, еще успеваете творчеством заниматься.
Какие что за секрет? Хорошие какие комплименты. Я не знаю. У меня мой секрет — это в первую очередь дети, потому что, наверное, первое — это активный образ жизни. Я, в принципе, не сижу. Я не домосед. У меня так все активно. Потом я помешана на травках разных, то есть заваривать какие-то травы, лечение травами. То есть вот без химии, вот стараемся. Угу. Стараемся отбросить вот эти аптеки, а вот больше как-то уделяем внимание травам. Вот потом что еще? Какие еще секреты? Секреты. Не знаю. Не вы знаю. Не даете себе унывать просто. Уныние, наверное, да, как-то отходит. А некогда, некогда. Некогда. Какое уныние? О чем речь? Какое уныние? 7 детей. Тут некогда унывать. Тут нужно так, завтра книжки купить к школе, там еще что-то. Тут некогда, нет. Тут все расписано, тут думаешь наперед. Нет, некогда. Спасибо, унывать. А освойте еще что-нибудь. Передача стремительно заканчивается. Очень быстро передача заканчивается. Я все время жалею. Следующая песня называется «Не отнимайте детство». Не отнимайте детство у детей, оно назад навряд ли возвратиться. В те дни полны улыбок и затей, и некуда сейчас им торопиться. Но замыкая круг привычных дел, мы просим, часто требуя излишне. Для нас порой он просто не удел, а он бы улетел от нас повыше и парил бы в небеса, все мечтая и мечтая, ожидая чудеса, ожидая. Ты парил бы в небеса, все мечтая и мечтая, ожидая чудеса, ожидая. Не отнимайте детство детей, ведь каждый день он ждет немного ласки. И слов ты самый лучший, ты поверь. Поцелуй в нос и на ночь сказки. Я так устал, нет времени, не знаю. И те слова, как будто приговор. Ну что ж, тогда один я улетаю. И парил бы в небесах, все мечтая и мечтая, ожидая чудеса, ожидая. И парил бы в небесах, все мечтая и мечтая, ожидая чудеса, ожидая. Ожидая чудеса, ожидая. Ожидая чудеса. Спаси, Господи.
Вот. У нас еще одна минутка есть, чтобы закончить программу. Вот у нас уже вторая встреча, год назад мы встречались. Вот. Видно, что прогресс есть, я в прогресс? Музыкальном Ой, плане спаси вижу. Господи, батюшка. Спаси Господи. Вот. Я очень счастлив и рад с вами встретиться. Я думаю, что это не последняя будет встреча наша. Ну, хочется, вот, если сказать зрителям что-то, да, чтобы мы немножко были внимательнее, добрее все-таки к своим детям. И вот это детство, которое у них сейчас есть, его нельзя у них отнять, забрать. Их надо наполнить красками, их надо наполнить счастьем, чтобы оно заполнилось, запомнилось у них и передалось их детям. Тогда будет все хорошо. Я свое детство помню, как много-много солнца, зелени и счастья какого-то. И больше ничего не помню. У меня тоже было детство такое яркое, мне кажется, насыщенное. Хотя это был Советский Союз и безбожная страна. Да. И я ничего не понимал, я был счастлив в детстве. И хотелось бы, чтобы у детей такое же было. Да, чтобы дети были счастливы, чтобы не знали войн, чтобы не знали бед, болезней тяжелых, чтобы не знали дети наши. А мы должны сделать все возможное для этого. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами была Марина Рогоза с ее песнями о детстве, о семье, о счастье женском, о женской доле. Да, спасибо, Господи. Божьей помощи. И ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.